Женский футбольный клуб «Россиянка» теперь будет готовиться к матчам на поле спортивного комплекса «Родина». Накануне там прошла первая открытая тренировка. Несмотря на проливной дождь и сильный ветер, подготовка к предстоящей игре прошла интенсивно. По словам спортсменок, для этого на СК «Родина» есть все условия. Мы на самом деле очень рады вернуться туда, где когда-то образовалась первая женская команда. И потом мы переехали в город Красноармейск, где играли на своей собственной базе. Любые клубы европейские, с которыми мы играли в Лиге чемпионов, приезжали, удивлялись. И, конечно же, восхищались теми условиями, которые были созданы для футбольного клуба «Россиянка». Женская футбольная команда «Россиянка» была образована в 2003 году в подмосковном Красноармейске. В 2004 получила свое нынешнее название. За более чем десятилетнюю историю команда завоевала множество наград, среди которых Кубок России и Кубок УЕФА. Несмотря на название, «Россиянка» позиционирует себя именно как подмосковный клуб. Познакомиться со спортсменками и поддержать их приехал Владимир Слепцов. Руководитель администрации «Химок» пообещал исправно посещать матчи. Тем более, что шарф болельщика, подарок от клуба, у него теперь есть. Очень сильная команда, высшая лига. Есть большие перспективы попасть в Лигу чемпионов. Мы надеемся на это. И, естественно, все, что возможно от администрации, мы будем делать. И вот здесь это прекрасное поле, где они будут тренироваться, это «Родина». Второе – это там, где могут физику тренировать, да, общая физическая подготовка. Значит, на арене «Химки» у нас есть спортивный зал прекраснейший, где мы девчатам обязательно предоставим время, где они могут спокойно, именно командой, больше никого не будет, тренироваться. Играющий президент Анна Кожникова заверила, что на этот сезон команда настроена решительно. Вернуть «Россиянку» на лидирующие позиции в России и в Европе – вот главная задача.